А вот на президентских выборах на Тайване победил кандидат от правящей демократической партии Лай Цинде. Его поддержал 41% избирателей. За второго кандидата Хоу Юи от партии Коминьдан проголосовало около трети жителей. В своей победной речи Лай Цинде заявил о поддержании мира и уважении в регионе. В голосовании принимали участие почти 20 миллионов человек. На острове также, отмечу, прошли выборы в парламент. Согласно данным избиркома, в новом созыве демократы получили 52 места, а члены партии Гоминьдан – 51 место.